Здравствуйте, представляю ваше внимание. Лот номер 2. Джилинденберг, микс. Мужской и женский микс. Петровка мужская, в бежевом цвете. На липучках и мумии. Карманы на липучках. На рукаве тоже липучка. Нагрудный кармашек на мумии. Она идет двойная. Внутри еще легкая курточка. Черного цвета на мумии. Можно носить отдельно. На рост 170. Белая футболка. На рост 180. Темно-синяя рубашка на пуговицах с длинным рукавом. На рост 165. Белая футболка. На рост 180. Брюки легкие, светло-серые. На мумии есть карманы. Сзади карманы на мумии. На рост 175. Футболка поло темно-зеленого цвета на пуговицах. Рост 165. Футболка в черном цвете. Нагрудный кармашек на мумии. На рост 170. Платье безрукавное темно-синего цвета на рост 160. Рубашка белая, длинный рукав на пуговицах, рост 175. Брюки прямые, цвет темно-серый, карманы, молния, сзади карманы на пуговицах. На рост 180. Белая футболка поло на пуговицах. На рост 175. Размер М. Светлая футболка поло светло-серая. На рост 180. Размер L. Штаны, брюки темно-синего цвета, широкие. На резинке пояс. Застежка молнии, есть карманы, сзади карманы зашиты. На рост 170, размер 40. Белые шорты на резинке, на рост 160, размер S. Джемпер бежевый. На рост 185, XL. Пиджак темно-синего цвета на пуговицах. Карманная обманка. Размер не указан. Кофта в желтом цвете. Кофта на молнии. Карман тоже на молнии. XL на рост 185. На спине есть принт. Рубашка в черном цвете, легкая, в сеточку. Короткий рукав на пуговицах, есть нагрудный карман. На рост 175, размер М. Танковка в белом цвете. На рост 180, размер L. Теплая курточка. На молнии, карман тоже на молнии, на рукаве манжет с воротничком, воротничок на клепках, размер XL на рост 185. Все подробности об этом в описании под видео. Спасибо за внимание.